Здравствуйте, дорогие друзья! Это спуски с горы на самодельных машинках в Эквадоре. Все болиды бережно собираются вручную, как на наших автозаводах. Деталька к детальке! Они спускаются без двигателей, но повозка едет сама почему-то! Не, это круче наших автозаводов! Наши болиды толкать надо! Второй пилот передохнул в канаве. Не, смотрите, разгоняет болид самостоятельно. Основной пилот совершает возвратно-поступательные движения, дрыгается. Нанюхался пыли. Здесь нам показывают эти роскошные пируэты в слоу-мо. Похоже на брейкданс, особенно от левого. Да, я такие трюки видел на питерских соревнованиях. По синему стрит-дэнс. Слева у белого слетает кепка. А дальше-то я помню, он толкал уже без нее. Он не заметил, потерял ее там. Душераздирающая печальная история потерянной кепки. Еще что-то валится. Это ракушка слетела у него. Как-то неловко пытается вклиниться Kia со своей рекламой Спортейджа. Ну, сравнение, конечно, не в их пользу по соотношению цена-качество. Вот эти едут значительно быстрее. В чистой одежде. Они, наверное, не участвуют в мероприятии, просто опаздывают на работу. Два соска завораживают взор. Они трясутся на спуске. Вибрируют. Гипнотизируют. Я слышал, что они даже решили проблему засухи в Эквадоре. Здесь едет один человек. Видимо, основной пилот где-то лежит выше по трассе. Лежачий полицейский. Блин, шлепку потерял. Пытается вырулить. Очень красиво заполняет собой яму. Программа дорожного ремонта Эквадора. За ним там едут какие-то синие. Им помогает то, что они абсолютно не понимают, что происходит. И не делают лишних телодвижений. Зазывают к себе людей, чтобы сели основным пилотом. Но на палку впереди садиться пока никто не хочет. А, там кто-то подкинул ему окаменевшую кожуру от банана. Пытается тормозить подошвами. Получается плохо, на них нет волос. У него, видимо, целый гарем, поэтому забрало шлема закрыть не успевает. Глиняную маску получает. Опять гипноз. Два глаза глядят в два круга. Колебания. Дяденька, видно, еле терпит, скрежещет зубами. Ребята, поехали на рынок покупать футболки. Вот лежит одна белая. Не нравится, давай еще походим. Эти болиды уже собраны крепко. Без проблем входят в опасный поворот. Смотрим далее. К повороту подходит пара. Остановка на пит-стоп. Видимо, решили дозаправиться. Тоже понюхать волшебной эквадорской пыли. О, сразу весело стало. Погнали. В некоторых болидах рулит тот, кто спереди. Здесь, видимо, рулит тот, кто сзади. Таким образом происходит разделение на передний и задний привод. Даже буксируют пикап сзади. Везут на шинку. Видно даже трос, но плохо. Сливается с дорогой. О, видно бывалого скандалиста. Левая рука уже не разгибается. Постоянно руки в боки. Лицо сердитое. Сын прогуливает школу. Вот везет его туда сам. По идее, машинки сделаны из дерева, да, но из чего покрышки? Вроде какая-то резина там есть. Вот молодой человек в капюшоне едет на четвереньках. Видимо, по ходу движения запрыгнул зайцем. Спускается на самое дно. Так работает социальный лифт в Эквадоре. Здесь пытается рулить палка между ног. То есть едут, считайте, на автопилоте. Посмотрел про колеса. Они, по идее, деревянные, покрытые резиной. Не накачанные воздухом. Те, которые накачаны, у меня в других видео, где зумба спускается с горы. Пишут, что на таких деревянных колесах скорость до 45 км в час. Такое ощущение, что у молодых людей это не руль, а просто палка-держалка для спокойствия. Кто этот болид такой делал? А, Hyundai, понятно. Опа, поехали сотовые операторы. Яйцо с пчелой. Пчела пытается там что-то жужжать на ухо. Яйцеголовый сосредоточен на дороге. С такими вибрациями у второго пилота колени отвалятся к 25 годам. Но зато прикольно. Будет перемещаться на гигантских ходулях. В Эквадоре такие развлечения возникли в 40-х годах. Сейчас стали популярнее, даже призы дают за первые места. Чуть валяется на дороге, задевает, чуть не теряет управление. Контролируемый дрифт. Подняли пылюку. Выходит мужик в шляпе, вы что мне тут дорогу портите? Голубой явно раздражен. Толкай, толкай, Хосе, быстрее! Кончаются счастливые часы в KFC. Какие-то конкуренты подкинули им доску в колеса. Вон там сверху человек в розовых штанах. Главный подозреваемый. На первый взгляд с поворотом справились мастерски. Там бутылка еще была! Решили экстренно затормозить. Бутылку надо подобрать.
и сдать. А вот еще болид, у которого передние колеса больше по диаметру, чем задние. Такое ощущение, будто такие едут быстрее. Физику процесса я не знаю, напишите в комментариях, зачем менять так колеса.